Сегодня ночью произошла авария, очень страшная. Несколько машин врезались в скорую. Причина аварии. Из-за того, что скорая выкатилась именно оттуда. Ее кто-то скинул. Точнее, как подтверждает полиция, какой-то водитель скорой, ну или же бандит, угнавший скорую, так как нашли труп водителя скорой. Видимо, бандит скинул скорую с этого участка. И тут ехали машины, и произошла авария. Авария. Извините, что я не выговариваю букву R. Так вот. Сейчас полиция ищет виновника торжества. А пока сейчас у некоторых семьях горе. Так что минутка молчания. Эй, ты! Да выходи давай! Будем разбираться по-мужски. Черт, это они приехали. Значит, им конец. Давай, выходи, подлый трус! Так, ну все, убил. Черт, еще при... Слушай. Так там еще один. Еще один там. Тут, боже, бедная машина. Так, там тачка стоит. Это значит, кто-то там в доме. Слушай, давай выходи. Еще приехали. Так, слушайте. Слушай, ты парень. Мы замаскировали специально грузовик, чтобы ты подумал, что это враги. То есть, что это обычные. Но это мы. Бандиты на самом деле. Ага, я уже догадался. О, черт! Хах! Получили за свое. Эх, была тачка, нету тачки. Надо бы этот дом подорвать. Сейчас расстреляю его. А потом подорву. Я вот так вот. Все готово. Слушай ты! Да, это я, что?
Ты зачем убил Эвери Келлингтона? Помнишь, как мы были друзьями? А ты взял и убил его. Ты пожалеешь обо всем. Нафиг его. Что? Эх, был пацан и нету пацана. Ну ладно, иду к закату. Welcome to Little Heaven. Большой рай? Ну ладно. Иду к закату. Конец.